Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим голубцы из индейки. Вот такая у меня это филе, грудка. Видите, 600 грамм, 3 небольших луковички и рис. Здесь я взяла 100 грамм риса, отварила 15 минут и отцедила на сито. И вот такая пекинская капуста. Она разделывается хорошо на вот такие листочки. Видите, мы ее зальем кипятком на 2-3 минуты. Потом здесь часть срезается, чтобы потоньше было. Я вам покажу. Сейчас мясо режу и прокручиваю через мясорубку вместе с луком. Итак, листочки от пекинской капусты я отправила в кипяток на 3 минуты. А теперь мы приготовим фарш. Рис соединяем с нашим мясом из грудинки. И сейчас мы посолим и поперчим. Перемешаем хорошо. И вот наш фарш уже полностью готов. Листочки капусты нашей уже проварились 3 минуты от начала закипания, уже очень мягкие. Что сейчас мы делаем? Мы срезаем вот здесь утолщенную часть. Видите как? Вот так. И можно разрезать напополам, чтобы были поменьше голубцы. А можно, так как они очень тонкие, и целиком сделать. Мы сделаем из целого листа. Вот такие голубцы завернем. И вот уже у меня голубцы, видите, на листике. Сейчас сделаем соус для него. Я беру нашего отвара от капусты, где-то грамм 250. Далее добавляю соли, такую чайную ложку полную, перчика добавляю. Добавляю томатной пасты, вот такая у меня здесь 70 грамм, всю я ее добавляю. Добавляем сметаны, у меня сливки домашние, где-то вот полную столовую ложку. И еще добавляем растительного масла, 2 столовых ложки. У меня кукурузное, без запаха масло, кукурузное, видите. И сейчас будем заливать наши голубцы и ставим в духовку. Ну, кто хочет, может добавить чесночка, но я сюда не добавляю чеснок. Заливаем наши голубцы и будем ставить в духовку, нагретую до 180 градусов, на 25 минут. Вот, раз у нас ушла вся и капуста, и все мясо как раз. И вот наши голубцы я уже достала из духовки. Простояли они 30 минут. Посыпем их зеленью, петрушкой и укропчиком. Приятного аппетита и удачи вам!